Привет-привет! Сегодня у нас экскурсия по Западной Норвегии. И посетим мы две достопримечательности. Первая, одна из самых популярных достопримечательностей Норвегии, это ступенчатый водопад Твиндефоссен. Немножко погода у меня ухудшается, но я надеюсь, я успею до туда доехать, не пойдет дождь. И значит, посмотрим, поговорим про этот водопад, и потом мы передвинемся с вами в Гудванген, о котором я уже говорил на своем канале. Кто меня не знает и видит первый раз, в описании будет обо мне краткая информация. Итак, Гудванген будет у нас деревня викингов. Она открыта, я проезжал, видел. И также надеюсь, что будет у нас все-таки бездождевая хотя бы погода. Вот. И передвигаемся мы сейчас к Твиндефоссен. И мы подъезжаем к водопаду. И главное, чтобы было место мне куда припарковаться, и оно здесь есть. Небольшая информация, что сейчас еще вовремя я успел попасть на этот водопад, так как, я думаю, с наступлением июня, а сейчас у меня 18 мая, туристов будет огромное количество, и сюда будет просто не заехать. А у меня, как назло, пошел дождь, но мы все равно с вами посмотрим на него сблизи. И небольшая информация, что высота этого водопада ступенчатого 116 метров. Некоторые самозванцы, которые снимают наложенным голосом на чужие видео, рассказы всякие, и статьи также я много читал, где указывают его высоту 150 метров, но это не так. Но, несмотря на это является одним из самых высоких в Европе ступенчатых водопадов. Почему ступенчатый? Потому что, как вы видите, в виде лесенок он происходит, и вода вот так вот стекает по всем его ступеням. Это одно из самых популярных мест в Норвегии для туристов. Но сейчас у нас еще только идет разгар сезона, и поэтому туристов, вот как вы видите, понемножку подходят. Два автобуса приехало. Едут люди потихоньку смотреть, потому что в том году в связи с коронавирусом здесь людей не было вообще. Значит, небольшая такая история, что этот водопад Твиндефоссен приобрел репутацию средства омоложения и возрождения сексуальной потенции, что сделало его одной из самых важных природных достопримечательностей в Западной Норвегии, ребята. Вот такой вот он красавец. Ну а мы с вами перемещаемся в сторону Гудвангена, в деревню викингов. И небольшое отступление, пока я еду в сторону Гудвангена. Да, кстати, погодка, конечно, решила мне поднасрать. Но я думаю, что мне все-таки удастся отснять то, что я хочу в Гудвангене, эту деревню викингов. Значит, ребят, кто смотрит, поставьте лайк и досмотрите это видео до конца. В конце будет небольшой бонус в виде круизного лайнера, но это не точно, потому что я надеюсь, что он не уплыл никуда, и он стоит там на фьорде. Очень это красиво сочетается. Поэтому приятного всем просмотра. Город Флом, куда очень любят приезжать круизные лайнеры.
А у меня, как вы поняли, пошло все не по плану. В Гудванге не шел сильный дождь, я даже не стал останавливаться, поэтому буду ждать следующего рейса в это направление, в сторону Бергена. И уже при любой погоде постараюсь снять этот город викингов. Или также у него название есть «Долина викингов» в Гудвангене. Вот такие дела. Что ж, небольшая все-таки у нас была экскурсия, поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч, пока!